С днем рождения тебя! Особенный ли день для тебя играть вот именно в праздник такой, или как обычно? На самом деле ничего такого особенного не вижу, вот поэтому для меня нет лично. Я не знаю, как у других, я стараюсь наоборот абстрагироваться от этих факторов и как на обычный день выходить, когда тем более еще игра, все соскучились по дому, по семьям, это уж невооруженным глазом видно, но все стараются всегда держаться как бы на позитивной волне, понятно, все соскучились, поэтому впереди ждут домашние игры, все в предвкушении этого, поэтому, ну, выезд, конечно, в целом-то не просто было, но, так сказать, можно с этим работать, я думаю, в принципе, нормально, поэтому сейчас главное вот закончить победой этот легендарный выезд, это самое важное сейчас. «Динамо» – отличная команда, и системный, и ребята – хороший подбор игроков, поэтому, я думаю, будет непростой матч, но мы к этому готовы.